Парус School – это самая широко используемая ученическая информационная система в образовании с подготовительного по 12 класс. Парус School предлагает доступ для родителей и учеников. Родитель или ученик может зайти в Парус School через интернет-браузер, такой как Chrome, Safari, Explorer или Firefox. Дополнительно родители и ученики могут загрузить бесплатное мобильное приложение для устройств Apple или Android. Родители получают доступ к информации, такой как расписание ребенка, классная информация, оценки, посещаемость и задания. Детали задания включают длительность содержания, и родители могут зайти ко всем своим детям через одно приложение. Несколько опекунов могут создать себе профили, чтобы не пришлось делиться одним паролем между всеми родителями. Через простой ввод информации о родителе и ученике ученик привязывается к профилю родителя. Много разных типов опекунов могут получить доступ, и несколько учеников могут быть привязаны к родительскому профилю. Когда заходите в Parus School, родитель или ученик может выбрать язык из языкового меню. Интерфейс показывает выбранный язык, позволяя пользователю использовать Parus School на том языке. Когда зашли в Parus School, у родителей есть доступ ко всем их детям. Нажимая на каждого ребенка, вы можете увидеть информацию относительно оценок, посещаемости и другой информации этого ребенка. Экран оценок и посещаемости содержит информацию в реальном времени. Задания и оценки, введенные в учительский журнал, автоматически обновляются на экране. Когда нажимаете на оценку, вы можете видеть детали всех заданий, проектов, тестов и опросов. Здесь тест по параграфу расположен в категории тестов, и оценка была введена учителем. Если учитель ввел описание задания или ссылку на содержание, на название задания можно нажать. Описание задания открывается, и вы получаете доступ к любому присоединенному описанию. Нажатие на значок с левой стороны возвращает родителя на страницу оценок и посещаемости, где страница может быть распечатана в качестве отчета. Все экраны могут быть распечатаны таким образом. Нажав на значок принтера, открывается окно диалога принтера, где отчет может быть распечатан или открыт в формате PDF. И, наконец, родитель может послать электронное письмо любому учителю с этой страницы. Откроется приложение электронной почты родителя, и можно послать сообщение, возможно, с приложением для экскурсии. В то время как родители и ученики имеют доступ к информации, которая показывается в браузере, иногда возникает желание распечатать отчет. Настройка принтера обеспечивает вариантом создания письменного отчета из разных экранов, областей особого интереса, включая расписание заданий, историю посещаемости, табели успеваемости и историю оценок. Доступ к информации внутри интерфейса Parus School легкий. С помощью значков с левой стороны родитель может зайти в ряд интуитивно понятных страниц. Страница «История оценок» содержит финальную оценку по курсу, которую сохранил школьный администратор, и она является исторической записью в файле ученика. Страница истории посещаемости содержит посещаемость за целый период, поэтому легко определить любые проблемы с посещаемостью одним взглядом. Коды пропусков здесь появляются мгновенно, как только учителем или администратором была собрана посещаемость. Курсы учеников расположены в правой колонке. Недели и дни указаны вверху. Внизу страницы указана расшифровка кодов. Каждый ребенок в родительском профиле может иметь различные коды посещаемости, так как каждая школа использует свои коды. Если родитель хотел бы получать автоматические отчеты по электронной почте из Parus School, можно указать это в настройках. Это просто. Нужно выбрать отчет из списка. Может быть, выбрать детальный отчет, в котором показываются оценки за задания для каждого класса, и детальный отчет посещаемости. Выберите, с какой частотой система будет посылать вам отчеты, и родитель может ввести дополнительные адреса электронной почты, чтобы другие люди могли получать отчеты. Эти настройки могут быть применены ко всем детям в вашем профиле. Если какие-то из отчетов требуются незамедлительно, вы можете выбрать вариант «Послать сейчас». Нажатие на синюю кнопку ввода говорит Parus School «Послать отчет сейчас». Школа может посылать родителям и ученикам сообщения со школьной доски объявлений. Заметьте, что школьные объявления могут быть выбраны здесь. В дополнение, значок школьной доски объявлений обеспечивает возможность увидеть школьные объявления в интерфейсе. Важный аспект системы – это возможность расширить то, что предлагается родителям через личные настройки, дополнительные инструменты и экраны, которые могут быть доступны.
Например, добавить доступ к ученическому расписанию, случившимся происшествиям и странице обновления информации. Это расписание показывает курсы, распределяемые по дням, периодам и условиям. Экран дисциплины показывает случившееся происшествие с небольшими деталями. Больше информации может быть указано, если требуется. И, наконец, страница демографических изменений является примером личного экрана, созданным, чтобы позволить родителям обновить предопределенные поля. Эта страница может включать контакты на случай чрезвычайных ситуаций и другую информацию об ученике, которая требуется школе. Спасибо за ваше время, которое вы потратили на изучение доступа родителей и учеников в PowerSchool. Надеюсь, вам будет легко использовать интерфейс, и вы узнали, что предлагают богатые настройки. PowerSchool – самая широко используемая школьная информационная система в образовании с подготовительного до 12 класса.